каждого человека есть свой настоящий герой, свой лидер мнений. Mm-hmm. Вот для тебя кто такой? Даже, знаешь, по-другому поставлю вопрос. Для нас, студентов высшей школы менеджмента, кто настоящий лидер мнений? Я. Да, знаю. Глупый вопрос. Ты сама понимаешь вопрос? Ты же знаешь ответ. Конечно, знаю. Для всех студентов и гостей сегодня, для всех студентов высшей школы менеджмента есть только один герой и только один лидер мнений. И мы сейчас его приглашаем на сцену. На сцену приглашается декан высшей школы менеджмента Валерий Сергеевич Катькалов. Добрый вечер. Я всех поздравляю с нашим профессиональным праздником. Бывают дни химика, физика, биолога, историка. Вот 13-й год для всех, кто связал свою жизнь хотя бы на один год с высшей школы менеджмента Петербургского университета. Это главный профессиональный праздник на всю жизнь. И я абсолютно уверен, что Питер Дракер был бы горд, если бы он был с нами и был бы сегодня в этом зале. Я смотрел то, что сегодня уже произошло на этой сцене. И мне кажется, есть два повода быть уверенным, что Питер Дракер был бы горд за наших студентов. Во-первых, сегодня это праздник, который впервые, но это просто здорово, собрал практически всех представителей семьи высшей школы менеджмента. Здесь есть студенты, которые учатся сегодня, здесь есть преподаватели, здесь много выпускников, здесь самое главное есть те, кто учится на самых разных наших программах. И бакалавриата, и специалисты, магистратуры, MBA, профессиональной переподготовки, президентской программы. И вот это единственное, это то, к чему всегда призывал Дракер. Самое тяжелое, писал он всегда, это строить организации. И вот это, наверное, удалось тем, кто сегодня подарил нам этот праздник. Я хочу их поблагодарить от всех вас, поблагодарить студентов. Это их праздник, это их инициатива. Поблагодарить Наташу Несмеянову, которая сегодня привела очень много выпускников в этот зал. Ну, а второе, почему, мне кажется, Дракер был бы профессионально счастлив и горд, это та эволюция, которая сегодня на этой сцене происходит. Мы начали с короткого экскурса из жизни роботов и что-то узнали о жизни роботов, а потом мы очень быстро перешли к лидерам, к героям. И, наверное, это тоже то, что произошло за последние 60 лет в профессии менеджмента, переход от механистических представлений к духу лидерства. И я очень горд тому, что сегодня у нас здесь есть очень много гостей, но есть один гость, которого я сейчас хотел бы пригласить сюда, на эту сцену, который для всех нас является образцом лидерства и в жизни, и в своей профессии. Я хочу позвать на эту сцену капитана петербургского «Зенита» Спасибо Валерию Сергеевичу за такие теплые слова. Ну, знаете, если честно, когда я пришел первый раз в высшую школу менеджмента, я сразу ощутил ту атмосферу и ту обстановку, которая здесь, можно сказать, везде она витает в воздухе. Поэтому, когда ребята меня позвали второй раз уже на такую встречу и поучаствовать в этом, можно сказать, принять участие в этом замечательном награждении или в замечательном конкурсе, где признаются лучшие, я считаю, это для меня очень приятно, поэтому я с большим удовольствием отдаю частичку себя для того, чтобы ребят с этим всем поздравить. Спасибо вам большое. Мы сейчас попробуем определить, кто является лидером мнений в 2009 году. Первый курс. В номинациях здесь претендуют на звание победителя Пешехонова Ольга, Скрипнюк Виктор, Никитин Глеб. И победитель? Победитель Пешехонова Ольга. Очень неожиданно, безумно приятно. Спасибо, спасибо организаторам, спасибо всем, кто подарил нам этот праздник. Спасибо всем, и спасибо всем моим друзьям, с которыми мы шли вместе весь этот год, и с которыми мы понимали, что значит быть студентами в ВШМ. Спасибо.
Второй курс. Шостка Андрей, Леничева Александра, Веселов Алексей. И победитель? Победитель Шостка Андрей. Андрей уже вторую статуэтку сегодня уносит. Да, я уже спел, осталось со сцены только признаться в любви. Лера. Третий курс. Супрунчук Даниил, Тихонов Антон, Рожко Михаил. И победитель? Победитель Супрунчук Даниил. Награда найдет героя где-то позже. Дадим потом. Четвертый курс. Рубашкина Анастасия, Мишенева Елена, Евменов Василий. И победителем становится Рубашкина Анастасия. Да, Вася правильно говорит, лиц не видно, а жаль. Потому что когда такие люди смотрят, не только сегодня, а каждый день. Хочется быть лидером. И принято благодарить маму и папу в такие дни. Я скажу, что, наверное, сегодня папа был бы особенно горд. То есть, если создаются такие впечатления, чертовски хочется быть лидером, это то, ради чего высшая школа менеджмента, наверное, существует. Итак, пятый курс. Шалпегин Тимофей, Пензин Александр, Дворянкин Николай. Победитель Шалпегин Тимофей. Дорогие друзья, но мы здесь не только по поводу номинации «Лидер мнений». Я хотел бы воспользоваться этой возможностью. Анатолий с нами сегодня, и мы вместе сейчас вручим призы в связи с тем, что только что закончился футбольный турнир, разыгран очередной кубок Высшей школы менеджмента по футболу. К сожалению, должен признать, что в этом году команда преподавателей выступила не на пике своих возможностей. И мне очень приятно сейчас пригласить на эту сцену капитана команды четвертого курса, которая стала победительницей этого турнира в 2009 году. И капитаном команды Юрий Вихров является, команда четвертого курса. Футболистов четвертого курса здесь плохо. Игроком турнира признан Михаил Струмицкий, которому вручается приз футбольный мяч с автографом. Встает. Вратарь, давай.